Вот выкидай, интересно. Давай, давай. Тут. И восстали машины из пепла. О, меня перекос. Всем привет, ребята, с вами Грикосплей, и я сегодня играю в Atomic Heart. Люблю это место. Кругом позитив. Наш комплекс Челомей изначально создавался с позиции заботы о комфорте сотрудников. Отвали, перчатка, сам знаю. Это не впервые. Мы успеем на выступление? Еще и время останется. Потом на аттракцион исходим. Город Челомей расположен на платформе ИКАР. Передовое достижение науки. Платформа ИКАР была запущена в 1900 году. Тут живут и работают самые светлые умы со всех СССР, включая германскую. Чтобы попасть сюда, нужно быть действительно увлеченным и блестящим ученым. Ну, знаете, я сюда никогда не попадал. Я попал в топотито сутянести. Опять сипуха в дереве застрял. Всегда веселюсь, когда вижу. Я что-то застрял на дереве. Навигационная система роботов непрерывно совершенствуется. Заметно. Подъебал. Какая сускоморта в таре. Погода прекрасная. Красота. Великолепная. Ага, тетя. Доброе утро, сынок. Как настроение? Отдохнул? Доброе, Дмитрий Сергеевич. Так точно отдохнул. Жду указаний. Как тебе твоя новая перчатка? Лучше, чем старая. Приживается. Иначе быть и не могло. Я лично разрабатывал это устройство. Будь с ней аккуратен. Она важнее, чем может показаться на первый взгляд. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сберегу. Сейчас отправляйся в лабораторию для завершения интеграции перчатки. Сынок, у меня много дел. Михаил Штокхаузен ведет тебя в курс дела. Я свяжусь с тобой позже. Вас понял. Ах. Что? Летайся. Товарищ майор, вам надлежит прибыть в лабораторию. В воздушном порту вас ожидает автомобиль Турбина. Вам все понятно? Понятно, не занудствуй. Я хорошо, у вас не возникло вопросов, хотя бы на этот раз. Иди в жопу зануда. Так, все мы проверим на чувствительность игры, как она работает, как бегает, как прыгает. Красотища. Я тоже хотел так научиться, ничего не получилось. Это робот. Вадим, ты видел это? Ну чего столпились? Ладно, ладно, я ухожу. Чё спи за работой, миссия? И сюда попали, только умные, как ты сюда попал? Красота. Где? А где камень-то? Ну-ка, давай, кидай, интересно. Давай. А где блинчики? А блинчики где? По-моему, это камень. Это камень, невидимка. Коллективу с помощью системы мысль. Ух ты, а ты кто? Здорово, тел. Прививка, что ли? Не хотел прививку. Голос какой душе. Замечательный. Хорошо играет. Кто возьмет прибор мысль, обретает в жизни смысл. Да он даже не попадает по гитаре. Смотрите, это за тупо наебка. Смотри. Коллектив по всей стране. Помни, он даже не попадает на гитару-то, блин. Любит наебывают людей. Да? Я ни разу в жизни не видел, чтобы так загорали. Это... А смысл? Нафига так загорать? И погодка в самый раз для праздника! Красотища, да.
его красивый фонтан. Рафик, здорово. Ням-ням. Ням. Ни хрена, за 4 укуса мороз нас созрал. На тебя зра твоя, на спасибо, чел. Через сколько как-то неестественно танцует. 3826 располагается не так далеко от земли Союзного Китая. Мне нравится дух этих людей. И говорят, там красиво. Не врут? Фу, почему так грубо? Роботы не жарят никого. Они не могут причинить вред человеку. Конечно. Я бы хотел тебя посмотреть, как ты будешь проходить ту игру. Рафик, ты чё? Ты чё подметаешь, если вон уж у кого мусора раскиданы? Светлая душа, я не могу передать. Это листья голографированы, что ли? Какого цвета? Ты их пьёт, а он пьёт не может. Выше любых птиц, любых Думай, самолетов. Я тебя поведу к самому краю вселенной. Я подарю тебе эту звезду. Светом нетленным будет она озарять нам путь в бесконечность. Браво, браво. Хотя ты это наверняка прочитал в какой-то книжке, но все равно красиво. Здорово, Тевского. Здравия желаю, майор Нечаев по личному указанию товарища Сеченова. Добрый день, товарищ майор! С праздником! С днем рождения коллектива! Угу, я безмерно рад. К делу, у меня мало времени. Разумеется, перед вами будущее советского образования. Личная разработка академика Сеченова полимерная. Ой, бля. Миновали дни, когда граждане СССР должны были тратить годы на посещение учебных заведений. Сегодня достаточно сделать инъекцию нейрополимера вот это содержащего информационные знания, например, физико-математического вуза. И вы образованный гражданин. Хотите выучить корейский язык или получить степень по ядерной физике? Может, желаете обучиться игре на пианино? С запуском коллектива 2.0 такие знания будут доступны каждому! Да-да-да-да-да. Ой, да-да-да, знаю-знаю. Можно прекратить эту прелюдию? Простите? Ну, вы создаете именно терминатор? Что-то более действенное. Однако инъекции нейрополимера все равно понадобится. Вам я нигде не могу звонить. Сеченов знал, что вы придете и уведомил меня о вашем прибытии, агент П3. Возьмите эту капсулу. У тебя в руках ничего нету. Какую? О, ладно. Без вопросов. Это такое. Каким я тебя забираю ее? О! Как собой существует? Нам. Ты доволен? Только что вы добавили в свою перчатку функции сканера. Сканирующие пространство датчики перчатки посредством нейрополимера установили через вашу нервную систему прямую связь с полимерной сетчаткой ваших глаз. Чё? Информация, получаемая датчиками, транслируется на сетчатку глаза напрямую, создавая эффект дополненной реальности. В смысле? Пока что я вижу только эффект никак не изменившейся реальности. Сканер активируется специально предназначенным жестом. Пожалуйста, вытяните руку с перчаткой в сторону интересующего вас направления ладонью вперед. Сожмите все пальцы, кроме большого и указательного. Большой и указательный пальцы выпрямите так, чтобы они образовали между собой прямой угол. С
сканер активируется. Офигеть, блин, кто придумал этот жест? Святая Инквизиция? Так, нажмите Alt, чтобы активировать сканер. Так, я не забыл тут делать. Дочь моя. Все белое вокруг. Хочу заметить, что это очень удобный жест. Он был разработан нашим лучшим специалистом в области передовой методологии абстрактной интерпретации авангардного абсурдизма. А можно мне такую же травку, как у него? Казалось, или минуту назад вы сказали, что у вас мало времени. Слушай, заткнись и сканируй, не мешай разбираться с оборудованием. Теперь у вас появилась возможность видеть скрытые от глаз объекты. Возможно, это поможет вам в будущем. А сейчас не смею вас задерживать. И как же именно? Я не всем, видимо, его взаимодействовать не могу. Дорогие товарищи! Напоминаем вам, что выступление академика Сеченова вот-вот начнется. На Евку буду думать, чем на Евку. Да? Да? Определенно. Вау. Вот она вся черная, почему не покрасная? Все равно она вся полностью черная. О, вот аппарат. Я знаю, это Стокгольм. Я Дмитрий Сеченов, а это предприятие 3826. А самому впаду разговаривать, картинку добро поставил. Добро пожаловать в будущее! Где ты разговариваешь-то? Я не вижу тебя. Сегодня мы с вами стоим на пороге величайшего события в истории человечества. Всего один шаг. Красота-то какая, а! И невероятного эволюционного скачка. А можно прыгнуть, цены? Нельзя. Именно благодаря этому устройству вы сможете отдавать роботам... Отрадно видеть, что вы никуда не торопитесь, товарищ майор. Ваша машина уже подана. Код активации вы получите в кабинете академика Сеченова от одной из его телохранительниц. Я, натюрлик. Люблю это место. Который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Как красиво сделано. Наш лифт только что прибыл. Ты такой... Да за тут реклама! А, вот я посмотрел. Красоте, сейчас вот нельзя. Ух ты! Ай, ты тут бегня. Эвка. Сохранение данных. Круто. Маяк. Блин. Но Эвку никогда... Вот это размах. Наука — это сила. Уважаю шефа за его способность смотреть свысока на непреодолимые препятствия. Для науки не существует непреодолимых препятствий. Кроме болтовни всяких электронных перчаток. Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Код принят. Автомобиль ожидает вас внизу. Не задерживайтесь, у вас мало времени. Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. Спасибо, гений. Без тебя бы я точно не догадался. Дамы. Приятно познакомиться. Вы так чудесно сделаны. Мне вот это больше нравится. Прикинь. Спасибо. Вау. Автоматически. Интересненько. Красотища какая. Пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Мы желаем вам приятного полета. А кто мы? Ой. Так, ну радио-то здесь должно быть. Весь Советский Союз ликует в связи с обновлением коллектива 2.0.
Парады прошли во всех крупных городах страны. Власти Америки обеспокоены ростом уровня безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок роботизированной рабочей силы. Мы заготовили достаточное количество устройств, мысли. Дефицита быть не может. Успокоил граждан города Озерск председатель горосполкома товарищ... Можно уже просто музыку. Другое дело. Летай себе машина. Круто. Ай, красотища какая. Вау. Миллионы алых роз. Из окна, из окна, из окна, видишь ты. Я воль, майнфюрер. Что вы сказали? Я говорю, связь, Шали. Но спасибо, Герштокхаузен. Все инструкции академик Сеченов мне уже выдал. Вам не кажется, что это было уже слишком? Не кажется. Даже не знаю, почему ваш ответ меня совсем не удивил. Наверное, потому что я не уважаю шестерок и прохиндеев. Скажите, не сочтите за труд, а вы вообще хоть кого-нибудь уважаете? Уважаю, конечно. Дмитрия Сергеевича, например. Он меня на операционном столе спас. А вот всем остальным еще надо заслужить мое уважение. Ты мне лучше вот что скажи. Какого хрена мы летим на привязанной к роботу Колымаге? Что, нельзя было вызвать с базы реактивный самолет? Перемещение на автомобилях турбина – это дань традиции. Память о том времени, когда предприятие 3826 только зарождалось, и мы ездили на этих машинах в наш первый научный комплекс. Ну ладно, допустим. А почему вашу традиционную колымагу тащит робот, который носит название «Шмель», но на самом деле похож на летающую свинью? Летающую свинью? Вы где-то видели летающих свиней? А вам комоды случайно? Вон. Че? Остановите запор. Сейчас полетят. Товарищ майор, с учетом ваших вопросов, у меня возник... Что такое сбыл? Давайте вы будете действовать, а думать буду я. Да пошел. Заткнись. Лучше дай послушать. О чем вы собрались слушать? Что вы тут не видели за столько лет? Я тут никогда не был, не мешай. Кто тут ни разу не был? Вы? Я, твою мать. Ты видишь здесь кого-то еще? Понимаю. Извините. Фига, сколько тут летающих домов-то. А внизу-то эти впаду стали мирно делать. Почему сверху все летает? Офигеть. Прям переборщили немножко. С будущим-то. Бля, вот этот напряг... Напряжно слишком. Мне это не нравится. Вас приветствует аудиогид предприятия 3826. Скоро мы прибудем в точку назначения. Расчетное время прибытия 11:47. Температура за бортом плюс 26 градусов Цельсия. Офигеть! Ветер. Алло, лучше сильный ветер. Союз Гранит, проходящий над озером Лазурь и соединяющий два важных полигона предприятия ВДНХ и Сахалин. При помощи ВДНХ сообщения, основанного на принципах, мы разделили ВДНХ на две части. Передовой технологии конструкторского бюро Челомей, личной разработки профессора Лебединского. Красотища. Да блин. Сейчас вы можете наблюдать работу автоматической фабрики по сборке роботов и сортировке комплектующих для нужд комплексов предприятий. Такие фабрики могут самостоятельно регулировать и выполнять до 100 заказов в час, управляемые удаленным узлом нейросети «Коллектив 1.0». Офигеть! Я с этими со всеми буду сражаться. Снизу расположился научный центр Сеченова. Основной модуль обработки радиосигналов и управляющий портом узла нейросети. Фига, сколько на таз? Сейчас мы пролетаем над солнечными фермами Подсолнух.
способными питать электричеством весь комплекс ВДНХ. Находящийся здесь же парк Дружбы Народов, близлежащие поселения и железнодорожные нити могли такими железнодорожными станциями позволяющими с комфортом перемещаться между комплексами. Пронизано все предприятие 3826. Минуя величественную стелу «Призыв Родины», посвященную победе Советского Союза во Второй мировой войне, возведенной по указу партии в 1949 году, мы приближаемся к территории комплекса Вавилов, место сельскохозяйственных и аграрных чудес предприятий. Вау, красотища. Вы наблюдаете стелу «Серб страны». По эскизам скульпторов Мухина и Кивальникова, нейросеть «Коллектив 1.0» при помощи роботов самостоятельно возвела стелу в 1951 году. Можно отметить, что это первая в мире совместная работа человека и машины. В основном делали все в Москве. Наш краткий экскурсионный обзор подходит к концу. Приветствовать новых специалистов. Мне это не нравится. Уголков СССР. Уверены, вам понравится жить и трудиться в мире революционных открытий и фантастических достижений науки во славу партии и всего советского народа. Мы завершаем. Мне-то что с этим делать? Пожалуйста, не растягивайте линии безопасности до полной остановки. Чё там по остановке? Лаборатория Манкуси. На земной части. Чёкарного парня. Приятного вам. Спасибо. Товарищ майор, давайте руку. Я провожу вас в комплекс Вавилов. Да что за дерьмо здесь творится? У меня нет информации по этому поводу. Роботы функционировали в штатном режиме, как вдруг неожиданно начали демонстрировать агрессивные... Ой! Эй, ты ублюдок, Желез, ты что творишь? Полети нахер отсюда, придурок! Как невежливо с их стороны. Работа лифта восстановлена. Вау! Да отъебись ты уже, сука! Ёкарный папай! Наш подъем продолжается в штатном режиме. Сейчас к нам приблизится летающий робот Дрофа и произведет магнитную буксировку. Твою мать, что опять? Ой, пожалуйста, помогите! Держите меня! Да какого хрена? Это полная дичь. Пиздец! Вообще. Я вызвала? Серьезно? Это Микерти. Вот такой сделал спот. Вау, здесь у нас главный герой. Вау, повезло. Волшебник, я П3, прием. Сынок, ты в порядке? Я в норме, шеф. Но вокруг меня все совсем не так, как должно быть.
И все это явно началось уже давно. Какие будут указания? Предатель Виктор Петров взломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. У Петрова есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции – Виктор Петров. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Отбой. Дайте лучше пойду сюда. Вовтики, не подходите ко мне, пожалуйста. Через полимер можно проплыть, не впервые. Я люблю так перемещаться. Словно в океане с китами, дельфинами плывешь. Умиротворяет. Это может бегать побыстрее. Вот. Вот. Какое дело. Хренаш тебе! Эй, перчатка! Слушаю вас, майор. Что известно об объекте задания? Виктор Петров, главный инженер сети коллектива 2.0, был своевременно выявлен и арестован за предательство Родины, после чего был отправлен на принудительные работы в комплекс Вавилов в качестве заключенного. Понятно. Свиньи. Откормленные какие. Разберемся. С чего начать поиск? В данный момент Петров находится где-то на территории подземного комплекса Вавилов. Необходимо найти способ попасть в него. Пошли искать. Эй, мужик! Иду! Ты там живой? Твою мать, отвали ты! Чё? Ауч. Пошёл нахер, сука! Бля, я не вижу ничего в темноте. А ну, слезь с меня! Ебал! Чё ты рот раззявил? Чуть не нахлебался там. Руку давай. Не ожидал просто. Ты будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо, что помогла. Ага. Не за что, молодой. А ты вообще откуда? Да так, мимо проходил. Какая мать? Я? Я Зина. Баба Зина. А больше тебе знать не обязательно. Ладно, понял. А что у вас тут происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей. И те, кто не успел скрыться, им... каюк. Мне бы оружие раздобыть. У тебя есть что-нибудь? У меня есть. Но я тебе своей не дам. Под нами есть комплекс. Вот спустишься туда, там и оружие найдешь. Комплекс? Вавилов? Мне как раз туда. А он прямо под нами. Я тоже туда иду. Там вроде безопасно. Где там безопасно? Твою там мать, одни роботы. Пчела! Стоп тебя! У нас 30 секунд, двигаем! 30 секунд до чего? До полного пиздеца, блядь, сынуля! До полного пиздеца! Ебать! Работает! Иди сюда, Громила, иди сюда! Быстрее, 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 быстрее! Ну-ка, бери этот ключ и крути вправо! Сука, вправо! Я задержу! Мать, да ты при арсенале, блядь! Ты чё задумал? Так... Два дня бы мне покой не давали. Получите! Пошли, чтоб вас собаки драли! Черт! А это у тебя откуда? Ты, малой! Может, лучше я? Ключ держи! А я уж тут сама. Ёбать! Это целый дом, а? Ах ты ж... Ах!
Офигеть. Вот вляпался, блядь. Где мы найти способ открыть бронедверь? Без тебя вижу. Не лезь с тупыми советами. Лучше расскажи про этого Петрова. Как его вычислили? Предатель Петров был раскрыт Михаилом Штокхаузеном и арестован бойцами отряда агентов. А здесь он как оказался? После суда Петрова вернули в комплекс Вавилов в качестве заключенного для дальнейшей работы. Что, во всем Советском Союзе больше никого не нашлось для этой работы здесь? До запуска коллектива оставались считанные месяцы. Менять главного инженера не имело смысла. Петров должен был закончить свою работу. Вот его и заставили. Ну и что в нем такого особенного? Виктор Петров, бывший главный инженер секретного отдела Академии последствий. Занимался программированием робототехники для сети коллектива 2.0. Ясно. Нет, нельзя. А что с этим? Чем это надо? А, нажмите стуа? Блядь. Я бы тебя пропустила. О, ну суто забраться, господи, серьезно. Неспроста сюда надо идти. Сказали, открой бронедверь, я открою ее с другой стороны. Вишневская Екатерина Олеговна, на территории комплекса Вавилов... Вентиль от двери. То, что надо. Произошел инцидент. Роботы начали убивать всех подряд. В настоящее время я нахожусь... Эй, кто там? Они нашли меня! Не подходи! У меня граната! Женщина! Я старший сержант Ибрагимов! Я человек! Вам нужно пойти с нами! Тут небезопасно! А ну назад, чудовище! Да послушайте вы! Вот больная за... Проверните вентиль! Дверь откроется! Не пройдешь, стой! Мужик, держи руку! Держись, держись! Ебать! Безопасные зоны, это я знаю. Сохранение данных. Окей. Перед боем буду сюда заходить. Не совсем как тут. И восстали машины из пепла. У меня перекор. Позвольте совет робота. Бля. Эффективно. Бесспорно. Более того, обилие ударов способно разрушить даже самое высокотехнологичное оборудование. В отключенном роботе останется больше запчастей, чем в размолотом струху. Да кто бы мог подумать. А как тут вот стало, я не понимаю. Сел. Как ты склонироваться-то смог, я не понимаю тебя. Отлично. Все, ты меня задолбал. У меня 3 патрона все-таки есть. И ты, да, скотина! Пришлось их потратить. Ты с вовсе доски достала. Но не умнее меня. Но не умнее Гринка твой. Давай, подходи, бля. Давай, подходи. Подходи, сволочь. О, стол мою спаси. Сейчас второй будет. Эй, хрясь. Раз. Угу. Как этому Петрову удалось сбежать? Тут солдат больше, чем гражданских сотрудников. Есть мнение, что Петрову кто-то помог. Так он и здесь не один. Хрясь. Он сказал, что всех нейтрализовали.
И кто еще тут с ним? Такой информации не имеется. Это лишь предположение. Что-то не так. Твою мать! Ну, конечно. Ба! Что такое? Малак! Солдат, очнись. Супер, еще чуть-чуть. Ты как? В норме. Сколько пальцев видишь? 4. Отлично, вставай. Мне нужна твоя помощь. Это еще кто двое такие? Мы принесли тебя сюда. Зажми рану. Зажми. Это на твоей совести. А ты еще кто? Врач. А имя у тебя есть? Сейчас мне не до любезности. Зажим. Зажим, зажим, зажим. Принеси сюда. Сейчас. Быстрее, ну что копаешься? Нейрополимерная капсула. Она не нужна. Как тебя зовут-то? Я Лариса, много вопросов. Так, ладно, держи тут все сама, куда, разберешься. Куда? Она бесполезна, нет оборудования. Уже есть. Отлично. Хоть что-то сделай. Много вопросов задаешь. Прыгни! Лариса! Я забуду драться с ним. Только не с этим хреном. Охренеть! Надо избегать луча! Этого маловато. Нужно бы аптечки побольше бы сделать. Хотя бы на полную стамину точно. Вот мне не надо тогда с этим пидорасом. Ты заебал своим утём-то, блядь! Бесит, когда ты так целая! Конечно, не вовремя. Да беги! Мне не хватит аптечку купить этого пидораса. Отбегалась, железка долбанная. Крас, куда ведет шахта, в которую уползла Лариса? Сложно прогнозировать. Вентиляционная система имеет очень разветвленную структуру. Ладно, с этим разберемся позже. Это что за монстр на двери? Замок? Да неужели? Открывай уже. Давай быстрее, время уходит. Не могу помочь в этом вопросе. У меня нет функционала для взлома замков. Вам придется самостоятельно отыскивать способы взлома. А как это делать? Я думаю, что вы окажетесь достаточно сообразительны. Понятно. Ты, как обычно, бесполезен. Ой, бля. Ну да, против оптиков идут только патроны дробовика. Детская колыбельная. Не к добру. Раз. Что там за дверью впереди? Судя по голосу, Элеонора. Очень опасный противник. Какая Элеонора? А я знаю ее. И что за сфера такая? Yes. А, меня тут нет.
Ну, конечно. Мать, это что еще за херня? Ах, какой мужчина. Обожаю крепышей. Милый, позволь я прижу тебя к кровати. Дорогой, не надо сопротивляться. Тебе понравится. Не позволяйте ей связать вам руки. Да я пытаюсь. Не видишь? Тросы стальные! Поднесите меня к ее сенсор-манипулятору! Скорее! А, как волнительно! Непокорные властные мужчины меня заводят! Сейчас я тебя заведу! Добраться до тебя! Ах, какой самец! Обожаю мачо! Я вся горю! Ближе! Я не дотягиваюсь! Сейчас стараюсь, сильная тварь! Я к твоим услугам, милый! Мечтаю порадовать тебя. Что я могу тебе сделать? О. Вскоре вам будут доступны и другие умения, а сейчас выберите шок. Ну, шок мне нужен обязательно. Навык получить удобненько. Я нажимаю-то. Ну ладно, на F. Ну за чё, блин, тупо подвоздоле, блядь? Я чё-то обосралась. Да какого чёрта ты такой, блядь, злостный? Блядь, я не обосралась. Суть, блядь, пищей вообще. Спите, я тебя пугаюсь. Я ничего не знаю, я пойду сюда. Так. Вставляем печеньку. О, даже замки любят печеньки. Храс! Слушаю вас. А ты любишь печеньки? Чё, и ничего затесять не нужно. Это лазерное реле системы пассивной безопасности. Знакомая штука. Тут требуется цветовой код. Кодов у нас, к сожалению, нет. Поэтому попробуйте подобрать его логически. Блин, тут издевательство. Порядок. Питание восстановлено, можно возвращаться. Ну, и? В какой из них заходить? Предлагаю в правой. То есть ты не в курсе? Тогда я пойду в левый. Ну, в левый, так в левый. А не заврать тут. Да, в смысле? Ай, блин. Эфка. Ну куда-нибудь сюда, наверное, Эфка. Так, автап. Нельзя? Нельзя больше добавить, а? Лучше я пометил вам, куда нужно идти. Я вообще-то не тупой. Сам разберусь, как именно мне выполнять задание. Я лишь хотел упростить вам задачу. Ты мне ее серьезно упростишь, если перестанешь лезть под руку. А как я переберусь туда? Надо было вот этот лифт идти, блин. Но я и тут пройду. Ай. Мамочки. По-моему, ты тут забыла. Или нет? О, Элеонора. Наконец-то. Или нет? Напоминаю, дверь закрыта, но электромагнитный замок. Да тебе что, блин, туго доходит? Извините, не мешаю. Да, батарейки. Ой, бля, пацаны, здоров. Только можно, пожалуйста, на нижний этаж спуститься? А подозреваю, я на этаж спущусь. Да, бегу я быстро.
Всех люблю, всех целую. Пока-пока-пока, Косточки.